Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется зимний инвентарь, аксессуар горнолыжный. Это горнолыжная маска от американской торговой марки Oakley. Модель называется Canopy. Данная маска имеет линзу призм Jado Iridium. Призм – это технология всех линз, всех горнолыжных масок от торговой марки Oakley. Качество и еще раз качество. Ну, конечно, и надежность. Данная маска довольно-таки приятная, красивая, имеет белую оправу, как вы видите. Внутренняя часть силиконовые, есть наполнители, которые позволяют не скользить ремешку на горнолыжном шлеме. Если вы оденете, будет довольно-таки прикольно смотреться данная маска. Ну, это, конечно, на шлеме. Если мы будем в белом шлеме, то данная маска будет замечательно смотреться. Ну, такое дело. Не буду одевать уже, но посмотрите. Данной маске очень легко кататься и комфортно в Среднегорье, Карпаты, Татры, невысокие Альпы. В маске характерная черта, то что ее легко можно поменять линзу. То есть открывается банально масочка. И если вы катаетесь в высоких горах, то вы можете сюда поставить уже линзу с более высокой степенью затемненности. Это все продается в нашем спортивном магазине, в спортивном магазине «Веловила». Вот, как вы видите, линза, вот маска. У маски есть тройной слой поролона, более жесткий, более мягкий, совсем мягкий. Это помогает плотно прилегать без потери комфорта этой самой маски. Если вы потом захотели в полевых условиях поставить назад другую маску, то это я вам покажу на примере. Банально, все легко. Поэтому, когда вы покупаете хорошие вещи, они, естественно, служат и быстро все делается. То есть вы одели сначала по периметру. Как вы видите, у линзы есть специальные места, в которые крепится сама маска. Вы верхнюю часть вставляете аккуратно в пазл. Это все легко видно на самой оправе. Вставили линзу в пазлы, которые имеет маска. И вы легко увидите, как масочка сама становится в оправу. Ничего тут такого сложного нет. Вот вы ее установили, она стала аккуратненько. Потом вот те места, в которых она прилегает, до щелчка дожимаете. Тут ничего особенного не надо делать. Она легко крепится. Вот щелк. Вверху тоже щелк. Как вы видите, это все банально и просто. Когда вы хорошую маску покупаете, вещи дорогие стоят, конечно, комфорта. Почему она дорогая? Потому что она комфортная, она надежная, защищает ваши глаза от всех. Ну и вот этот последний щелчок будет, и защелкнется сама линза. Вот, раз, чик, и вы уже в хорошей, спокойной маске. Маска выдерживает удар высокий. В нее даже можно выстрелить из воздушного ружья, и она не поломается. То есть это вообще-то американская военная технология, которая надежно защищает ваши глаза. Ну, вдобавок еще, конечно, качество линзы. Если вы захотели эту маску купить в киевском спортивном магазине «Веловила», можете прийти, померить, посмотреть. Заказывайте по интернету. Будем рады вас видеть. Всего хорошего.